Вирус африканской чумы абсолютно безопасен для человека, но является настоящим бичом для свиного поголовья. 9 муниципальных образований Краснодарского края уже напрямую столкнулись с этой бедой. Ущерб только за последние несколько месяцев составил более 300 миллионов рублей. У нас сегодня на Кубани 9 очагов африканской чумы свиней. Это Красноармейский район, Бинский, город Сочи, Туапсе, там в заповедниках. Последний случай у нас был в Темрюке, в частном секторе. И я считаю, что распространение вот этой африканской чумы, вируса африканской чумы, является человеческий фактор. У нас сегодня горит агрокомплекс, который находится в Павловском районе. И свинофермы принадлежат агрофирме агрокомплекса. И там уже сжигают где-то порядка около 50 тысяч, только в агрокомплексе. А кроме этого есть еще и Данкуб Красноармейского района. В случае падежа скота фермеры должны незамедлительно уведомить ветеринарные службы, а также принять все меры по уничтожению павших животных. На практике же зачастую трупы зараженных свиней вывозят в лесополосы. Хищники и грызуные птицы становятся разносчиками вируса, еще более усугубляя распространение болезни. Переносчиком может оказаться и сам человек. Такой случай был, кстати, в Красноармейском районе Данкуб. Там исполнительный директор, он на два региона, на Кубань, Красноармейского района, вот Данкуб фирма, где было сожжено 34 тысячи с половиной голов свиней. И Тамбовская область. В Тамбовской области была чума. Он туда поехал, по своим делам коммерческим. И оттуда затащил вирус сюда к себе на фирму. В результате 34 тысячи голов свиней были сожжены. На территории Анапы случаев африканской чумы пока не зарегистрировано. В животноводческом хозяйстве муниципалитета нет крупных свиноферм. Но частникам, которые содержат малое поголовье, стоит принять особые меры по предотвращению вирусной вспышки, изолировать животных от контакта с другими представителями фауны. Лекарства от этого вируса нет, а вакцина только в стадии разработки. Администрация Анапы ведется серьезная работа по предотвращению возникновения очага африканской чумы. На дорогах перевозку грузов контролируют сотрудники роты ДПС, а главы сельских округов взяли на личный контроль все мелкие подсобные хозяйства.